Регулярные перевозки пассажиров в городе осуществляют 9 автотранспортных предприятий. Маршрутная сеть включает 11 городских и 34 пригородных автобусных маршрута, на которых ежегодно перевозится более 10 миллионов пассажиров. В 2013 году было перевезено 14,7 миллиона пассажиров. В 2012 – 14,2 миллиона пассажиров. Темп роста составил 103,5%. Транспортные предприятия приобрели более комфортные автобусы большей вместимости, с количеством посадочных мест свыше 18. Учли пожелания анапчан и гостей курорта, внесли корректировки в схемы движения автобусов по маршрутам. Номер 112 теперь едет до хутора Красная Скала и Нижнюю Гастагайку. Схема маршрута номер 114 продлена до ГСК 12, а номер 17 теперь едет в микрорайон Алексеевский через Восточный рынок и гипермаркет «Магнит». Восточного сейчас едут в Алексеевку бабушки в основном. Раньше нельзя было уехать. Отсюда люди сейчас садятся на Восточный гипермаркет. То есть для удобства населения. Нам стало лучше. Мы с маршрутом двойка как-то не пересекаемся сейчас. Понимаете, нам и народу неплохо стало, легче стало. Совершенству нет предела, и у анапчан есть пожелания. 14-й раньше останавливался, вот аптека была в 30-м микрорайоне. Я бы очень хотела, чтобы его возобновили, потому что много людей пожилых и с маленькими детьми, остановки нет, приходится ходить сюда. После 7 часов вечера вообще не едешь ни на чем. Это разве нормально? Люди работают, бывает, до 8, до 9. Даже летом трудно вечером на чем-то уехать, не говоря уже о зиме. Ребенок у нас учится в Анапской. На 101-м постоянно ждет, стоит по полчаса. Очень трудно вечером уезжать с работы. Я работаю до 8 вечера, но маршруток после 8 уже нет. Мэр города Сергей Сергеев распорядился на планерке к сезону 2014 оборудовать автобусные остановки электронными информационными табло в центральной части Анапы. На двух остановочных пунктах такие табло уже размещены. Оно объясняет людям, помогает, направляет. Это хорошо, это замечательно. Чтобы приезжие люди знали, как куда доехать, знать температуру. На период курортного сезона отдел по транспорту планирует увеличить количество автобусов на 30% и внести коррективы в расписание движения городских и пригородных маршрутов. Алина Гумерова, Максим Лагоша, Анапа регион.